Dobri večer svim. Hoću pozdraviti komandu s važnoj pobjedi. Očen rad za eto tri očka se vodnja. Prvi tur svegda očen složni, osobeno kada igraješ bez boljeljšikov i mogu skazati što je ta i pobjeda i za naših boljeljšikov i za našu komandu, katora psihologički bila očen važna igra se vodnja i mi spravljali se tim. Propustili jedin gol iz dva udara i igrali protiv komande katora s 10 igrakov zone na 30 metrovo od svojih vrata je ta očen složno. No, u nas bil haroši presing se vodnja, ne propuskali kontraatake, davili, sopernika bila štangla, bila perekladina, pa tom i momenti, a pa tom i zabili tri gola, očen dovoljen i očen sčasljiv sa eta tri očka se vodnja. Načali sezon harašo i ničevo, se čas ustanovljenije i gotovim se derbiju protiv CSKA. Много молодых игроков вы задействовали, в том числе из казанки, из молодежки. А планируется ли дальше привлечение игроков по ходу чемпионата? Ну, в принципе, как налаживать ситуацию, так будем исправляться со ситуацией. Так, с одной стороны, это хорошо, когда добавляешь молодых футболистов из своей академии, и они прогрессируют. Это всегда каждый тренер счастлив видит, смотреть на это своими глазами. А с другой стороны, надо качественных и опытных игроков добавлять результат. Самое хорошее, когда сделаешь хороший баланс между этим два. Ситуация с болельщиками, то, что матч проводился без поддержки трибун. Насколько психологически это тяжело было для команды в первом туре? И вообще, как оценить вообще ситуацию? Но я говорил об этом перед игрой, говорил за Матч ТВ там. Это вообще первый тур всегда сложный, начало сезона сложное. У нас плюс и перестройка команды, ушло 6 важных игроков или 5 плюс 1. Это Чурлука, это Мухин, это Владик Гнятев, Коченков, Эдер и плюс раньше Иосифов, ждем Новичков. Первый тур и плюс без болельщиков. Я говорил за Матч ТВ, это для меня вообще кошмар. Я так гордился, и мы все гордились, я лично гордился, поэтому что мы 1,5 года назад играли с болельщиками, а там смотрели по телевидению, вся Европа играет без болельщиков, и вообще футбол без болельщиков для меня это кошмар. Так, я надеюсь, что эта ситуация с ковидом станет намного лучше в ближайшее время и что мы снова будем играть в футбол, без, с болельщиком, поэтому что футбол без них это ужас, кошмар. Так, это мое мнение по этому вопросу.